Случайно обнаруженная почтовая открытка буквально взбудоражила историков и краеведов города Владимир. Благодаря ей они смогли пролить свет на судьбу своего земляка, фронтовика, который до войны трудился на строительстве трубного гиганта в Первоуральске. Об историческом расследовании судьбе человека Дмитрий Коньков. С этой почтовой открыткой во Владимиро-Суздальском музее заповедники обращаются как с бесценной реликвией. Ее в 1943 году жена красноармейца Глеба Гилеревского отправила родственникам. До этого сообщения считалось, что мужчина пропал без вести в боях под Сталинградом. Но правда оказалась гораздо страшнее. Глеб погиб 27 декабря 1942 года. В музей города Владимир открытка попала случайно. Один из сотрудников купил ее в антикварном магазине. Но после того, как стало известно, о ком в ней идет речь, началось историческое расследование. Дело в том, что Глеб Гилеревский был известной и всесторонней развитой личностью. До революции окончил гимназию и духовную семинарию. В советское время ездил по стране и писал книги. Но судьба распорядилась иначе. Куда только жизнь его не бросала. Писателем он не стал. Он работал милиционером, он работал геодезистом, он даже работал на Первоуральском знаменитом заводе. В Первоуральск Глеб Гилеревский приехал из Владимира в 30-е годы прошлого века. О том, что он делал в нашем городе, рассказывает вот этот документ. Пропуск на строительную площадку новотрубного завода. Историки говорят, ситуация для того времени совершенно обычная. Ведь на возведение Первоуральского металлургического гиганта люди приезжали со всей страны. По комсомольско-молодежным путевкам, вербованные, осовиахимовцы, переселенцы, разные категории сюда направлялись на строительство большого трубного гиганта. 30-е годы для нас знаковая дата, потому что как раз-таки большой приток рабочей силы разных категорий, разных людей, разных возрастов сюда приехали строить большой трубный гигант. На новотрубном Глеб Гилеревский работал экономистом до конца 30-х годов, был призван на фронт и погиб. Сейчас на память о нем остались открытка, пропуск, несколько книг и один большой завод на Урале, в строительстве которого он принимал участие. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Новости, Первоуральск.